Я хочу вам рассказать историю, как родился на нашей земле Всевышний Господь. Он всегда так делает, когда люди становятся грубыми и нехорошими, плохими и забывают о Боге. Он приходит по просьбе своих преданных, чтобы пролить милость на все живые существа вокруг. Господь Чайтанья родился в очень-очень далекой, красивой Индии 500 лет назад. Он был очень красивым ребенком, как луна, и цветом он был золотым. Все его очень любили и называли его Немай. Но когда он плакал и капризничал, всем становилось все снова грустно. И чтобы его успокоить, все хлопали в ладоши и громко и радостно восклицали: «Хрибол! Хрибол!» И только тогда он успокаивался и снова всем начинал дарить свои утяжарные улыбки. Он рос очень умным мальчиком, даже умнее взрослых. Непонятно, откуда он знал все ведические знания. Но имена Господа Кришны ему нравились гораздо больше, поэтому он их пел со своими друзьями. И так он рос и ходил по всем-всем городам. И все, кто его видели, начинали ему подпевать и с ним танцевать и петь. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И кто знает эту историю, тому очень-очень повезло. Потому что он знает теперь махамантру и может ее повторять с любовью и радостью.